Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255/2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Должников призвали к ответу и еще раз напомнили – долги по налогам необходимо погасить до Нового года. Новогодние каникулы с пользой для здоровья. Анапский скейт-парк ремонтируют и обещают завершить все работы до новогодних праздников. А сейчас обо всем подробнее. Должников призвали к ответу и еще раз напомнили. Долги по налогам необходимо погасить до Нового года. Судебные приставы и налоговые инспекторы прошли по адресам неплательщиков, чтобы лично предупредить должников об ответственности. Так начинается утро у налоговой инспекции и судебных приставов. Нелегкое дело взыскания долгов. Должники прячутся, скрываются и просто не открывают двери. В ходе рейда приставы посетили должников, чьи долги превышают сумму 100 тысяч рублей по транспортному, жилищному или земельному налогу. Но, как показывает практика, найти должников по месту жительства не всегда получается. Так произошло и в случае с первым должником. Приставы оставляют повестку. В случае получения постановления о возбуждении исполнительного производства нужно незамедлительно явиться по адресу Парковая, 66, в Анапский городской отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, к приставу-исполнителю на прием. Новый год все ближе. Кто-то планирует провести каникулы за границей, однако должникам туда путь закрыт. Также арестовываются банковские счета и накладывается запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Чтобы не испортить новогоднее настроение, необходимо погасить все долги, о чем судебные приставы напоминают и письменно, и лично. Налоговая инспекция заранее летом начинает рассылать уведомления и квитанции об уплате налогов. То есть, если вы срок уже приближается и вы не получили квитанцию, то можно обратиться в налоговую инспекцию, получить эту квитанцию и оплатить налоги своевременно. После того, как налоговая отправляет дела в суд, судья выносит приказ о взыскании долга и передает в службу приставов. Они исполняют решение суда. Налоговая инспекция формирует исковое заявление и направляет дела в суд. После этого уже мы совместно со службой судебным приставом начинаем мероприятие по взысканию налогов. Главное оправдание должников – не получил квитанцию об оплате. Только это не освобождает от ответственности. Время идет, а долг меньше не становится. В таком случае приставам приходится прибегать к крайним мерам. Приставы-исполнители не преследуют цели забрать у должников телевизор, холодильник или другую бытовую технику. Просто по-другому нельзя. Таков закон. Изъятие имущества – мера по взысканию задолженности. В случае неуплаты задолженности предпринимаются меры принудительного воздействия, такие как арест имущества с последующей реализацией в счет погашения долга, то есть машины, квартиры и так далее. Проблема неуплаты налогов стоит особенно остро. Причем в накоплении долга нет ничего сложного. Достаточно не заплатить за транспортный или жилищный налог, и вот уже выросла довольно приличная сумма. Среди неплательщиков граждане, которые по объективным причинам не могут в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Но встречаются и такие, которые просто не хотят платить налоги. Анапа приняла участие в работе Краевой антинаркотической комиссии. Заключительное в этом году заседание в режиме видеоселектора провел вице-губернатор Николай Далуда. В обсуждении итоговых показателей достижений и недоработок в области профилактики наркомании участвовали и представители всех заинтересованных ведомств – наркоконтроля, полиции, прокуратуры. Общее количество наркопотребителей в крае значительно снизилось. В своем докладе вице-губернатор Николай Далуда отметил, ситуация на Кубани стабилизировалась. Количество наркоманов и алкоголиков за последние 3 года уменьшилось на 15 тысяч, то есть на 16%. В крае идет тенденция снижения количества лиц, впервые поставленных на наркотики.
В 2011 году 1852 человека было, в 2012 1408, в 2013 1303 и в этом году 1034. Из них 142 больных наркомании и 920 эпизодически употребляющих наркотики. В 29 муниципальных образованиях края общее количество потребителей наркотиков снизилось и значительно ниже среднекраевого показателя. Ухудшилась наркоситуация в Геленджике и Кущевском районе. В Ленинградском районе работа антинаркотической комиссии признана неудовлетворительной. Главную угрозу представляют опасные для здоровья синтетические наркотики, которые рассчитаны на молодежь и подростков. В Краснодарском крае от них уже погибли 7 человек, отравились 353. Сейчас за употребление и хранение курительной смеси привлекают к уголовной ответственности. Соответствующий закон уже принят и действует. Однако ежедневно в наркобизнесе появляются новые виды наркотиков. В этом году, по данным наркоконтроля, более 300. Подводя итоги работы антинаркотической комиссии за год, участники отметили, в целом была проделана большая работа. Николай Далуда еще раз акцентировал внимание на важность проведения профилактической, антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганды во всех районах края. Новогодние каникулы с пользой для здоровья. Анапский скейт-парк ремонтирует и обещает завершить все работы до новогодних праздников, чтобы подросткам и молодежи было где провести свободное время зимних каникул. Территория скейт-парка сейчас закрыта. В излюбленном месте отдыха анапской молодежи идет ремонт. Рабочие меняют опорные конструкции, покрытие, влагостойкую фанеру, усиливают защитные свойства материала и износостойкость с помощью специальной пропитки. Средства на ремонт выделены в рамках реализации программы «Молодежь Анапы». Начался наш долгожданный ремонт нашего скейт-парка в городе. Хотелось бы к зимним каникулам отремонтировать парк, чтобы ребятам в нашей, так сказать, не такой уж и морозную зиму удалось покататься еще на велосипедах здесь. Ремонт парка у нас разделен на две части. Это половина парка будет отремонтирована в этом году. В первом квартале 2015 года планируется ремонт второй половины парка. За сутки летом скейт-парк посещает до 500 подростков, малышей вместе с мамами. Около 20 тысяч посетителей в месяц. И в зимнее время площадка не пустует. Не меньше сотни ребят приходят покататься каждый день на скейтах и велосипедах. Я прихожу сюда летом, с друзьями отдыхаю. Спортом занимаемся. Отремонтируют, будет намного удобнее кататься. А то появились уже места, где там колеса цепляются. Неудобно было. Сейчас отремонтируют, будет хорошо. Придем сюда летом, будем отдыхать здесь, проводить время весело. Новогодние каникулы ребята уже смогут провести в привычном месте отдыха. Территория площадки вошла еще в одну программу «Безопасный город». Установлены камеры дневного и ночного наблюдения. Кстати, к открытию сезона 2015 планируется реконструировать еще и экстрим-площадку, переделать скалодром, чтобы занятия спортом для подростков были максимально интересными и безопасными. Новости спорта в продолжении выпуска. В Анапе впервые прошел открытый городской турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек. Мерились силами и обменивались соревновательным опытом 80 спортсменов из Крымска, Новороссийска, Приморско-Ахтарска, Гулькевичи и станицы Каневской. Анапу представили воспитанники ДЮСШ номер 4 и спортивной школы номер 1. Воспитанник ДЮШ номер 4 Дмитрий Пастухов полгода назад приехал в Анапу из Донецка и стал заниматься дзюдо. Дима очень обрадовался, когда в спортивной школе открылась секция вольной борьбы. 9 лет он посвятил этому виду спорта. Неоднократно становился призером чемпионатов Украины. Выиграть чемпионат России и дальше поехать на Олимпийские игры, на чемпионат мира – это моя мечта. И Роман Насимович, я думаю, мне поможет. В этом. Волнения нету. Я настроился на хорошую борьбу. Буду сегодня бороться отлично. Думаю завоевать первое место. В течение 4 часов юные спортсмены показывали свое мастерство на двух коврах спорткомплекса «Рай», борясь за первые места. Борьба вольного стиля – универсальный вид спорта, которым могут заниматься практически все, независимо от пола и возраста. Главное в борьбе – дисциплина. Дисциплина не только тела, но и духа. Спорт учит бороться на пределе возможностей и никогда не отступать. Думаю, во всех видах спорта как-то стараются тренера проявить это силу духа. Характер проявляется в единоборстве. Это все единоборства. Дзюдо, самбо, вольная борьба. Но вот именно вольная борьба, так сказать, наш вид спорта. Вот мы поэтому здесь все качества воспитываются в ребенке. Характер, мужество, настойчивость.
Сила. На торжественной церемонии открытия турнира участников соревнований приветствовали директор спортшколы номер 4 России Маскеров, почетный гость мероприятия, начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко. Необычная, в общем-то, картина. Обычно здесь у нас проходит соревнование под видом самбо. И очень приятно, что эти спортивные стены у нас приняли так пробочку для старта. Комплекты медалей были разыграны в 11 весовых категориях у юношей, в 9 у девушек. Из 35 воспитанников ДЮШ номер 4, 24 спортсмена завоевали первые, вторые и третьи места. В копилке анапских наград 9 золотых, 3 серебряных и 12 бронзовых медалей. Настрой на победу помог завоевать Дмитрию Пастухову первое место в весе до 69 килограмм. Эта победа для Димы особенно важна. Она первая, которую он получил на кубанской земле. Спортсмен продолжит и дальше вкладывать все свои силы в занятия по вольной борьбе, чтобы в скором времени исполнилась его главная мечта. До Нового года осталось 10 дней. Мы продолжаем ежедневную рубрику, в которой известные анапчане поздравляют земляков и гостей курорта с наступающим Новым годом и поддерживаем праздничное настроение. Запомнился, во-первых, открытием ракушечки, на которой мы с вами стоим. Спасибо нашему мэру. Он очень внимательно отнесся к нам и горожанам. Одним волевым движением. Много лет я хотел этого. Получил. И радость. Это людям радость. Потому что вот наше тяжелое время тяжелое, искусство, тем вот такое искусство, которое имеет наш город, оно необходимо. Оно бодрит. Это заслуга всего оркестра. В этом году я получил звание почетный гражданин города-курорта Анапа. Я, конечно, это было очень неожиданно. Я же к этому не стремился, а просто как мог, так и работал, и работаю, и буду работать. Дирижеры и музыканты, они же не стареют, они вечно молодые. Поздравляю анапчан с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья и любить свой город. Напоминаем, в эфире нашего телеканала стартовал телепроект «Письмо Деду Морозу». В этом году, кроме писем, вы можете присылать видеофайлы с новогодними приветами и поздравлениями, которые увидит весь город. Среди приславших видео будет разыгран главный приз этого сезона – телевизор. Написавших письма на электронный адрес ждет множество других призов от партнеров программы. Подробные условия и программу «Письмо Деду Морозу» можно посмотреть на сайте www.anaparegion.ru. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 23 декабря, в Анапе облачно с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 8-10 градусов. Ночью сохранится такая же температура. Ветер западный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платье вечернее и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255/2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.